Привитас, амиго, снова вы, снова я и богом облеванный Bloodborne. Говно игра. Мы снова находимся в чашах. Ну, я нахожусь в чаше, блин, во второй могиле. Это почему-то не могила, а чаша здесь. Вот, я, короче, решил, ну, парадокс. Вначале несколько слов о парадоксе. Блять, пойду я, короче, месить буду излагать по ходу. Парадокс в том, что как только я что-то в этой игре обосру, находится что-то, что, блядь, еще хуже и тупее. Вот я сказал, чаши говно, но на самом деле чаши не такое говно, как DLC, потому что вот DLC вот что говно. Хотите посмотреть на говно, блядь, включайте DLC, блядь, Bloodborne. Какое говно, что мамку дел. Блядь, почему не попадаю? Значит, почему я снова возлюбил чаши, которые до этого хуесосил? Потому что, по сути, в чашах для того, чтобы дойти к боссу, вам надо убить мобов 20. Чтобы дойти до босса в DLC, вам, наверное, надо убить 1000, судя по их плотности, блядь, и количеству. Вот, поэтому чаша — это, блядь, выбор аристократа. Зашел, убил пару мобов, начался бой с боссом. А бой с боссом — это наиболее интересная херня в этой игре. Не очень понял, чем он сейчас... Он не парируется, да? Душа, одержимая чудовищем, называется этот босс. Блядь, и потому что главный герой отпрыгивает в бок, он сейчас нехило опиздюлился. На самом деле, кстати, вы замечали, что в этой игре кувырки — это, блядь, нихуя не кувырки, это скачки какие-то, блядь, резкие в стороны. Вот, какие-то они абсолютно у меня хаотичные какие-то выходят в таких замесах, блядь, я не контролирую совершенно, куда главный герой метнется в следующий раз. То есть... Вот, как только в цель берешь, видите, рывки такие, блядь. И если цель захвачена, то есть главный герой будет делать рывки вокруг нее. Он не догадается прыгнуть в сторону, блядь. И это просто пиздец. Вот в Dark Souls такого говна не было, потому что там и рывков вот этих уебанских не было. Там был православный кувырок, блядь. Выбор, ебать, копать аристократа. Кость старого охотника. А что кость старого охотника делает? А, блядь, кувырок отключает. Заебись. А, пусть будет, значит... Пистолет мне нахуй не нужен, потому что здесь никто не парируется на самом деле, кроме, блядь, обычных бомжей, которых и так можно отпиздить. Парирование, видимо, выбор аристократов здесь. Мне нравится, блядь, абсолютно убийственная комбо этого босса. Сколько он, блядь, подряд ударов может наносить? 50, по-моему, да, мне так показалось. Ну, ты подойдешь за ударом-то? Охуенный коктейль Молотова, блядь. Как он, блядь, работает? Как-то можно дальность-то его регулировать? 192 дамага кое-как нанес. По-моему, дальность коктейля Молотова, блин, даже если кнопочку подольше подержать, это ничего не дает вообще. Ох ты, нихуя на 1000 крутанулся. Я смотрю, что здесь колонна играет, блядь, на моей стороне в основном, да? Интересно, в магазине какая цена у этого, у этой гранаты, блядь, говенный? Он уничтожен. Говно, босс. Я бы его из первого раза убил, но, блядь, случайно кувырок не удался, да. Лоханулись немножко мои руки. Но я просто посмотрел, что этот босс не ваншотит, можно его, в принципе, не бояться, и как-то расслабился, блядь, и зря я это, походу, сделал. Так, зажигаем лампу. Чего это, значит, будет за серия? Я буду... За серия... Классное женское имя, Засерия. В этой Засерии я не буду побить мобов, я буду просто боссов показывать, потому что эти чаши, они неинтересны, они тут случайным образом вроде как генерируются, мобы тут одни и те же, кому-то надо нахрен смотреть. Вот давайте посмотрим, О, центральный лабиринт. Я уверен, что там, где фонари, там и босс. Сейчас будет закрыто. Нет, смотрите, не закрыто. Значит, босс... А если открыто, значит, босс не здесь. Ага. А внизу сейчас. О. Что это такое? А внизу сейчас будет, значит, закрыто. Да. Нет. Кстати, скорпионов я еще не видел. Ну и дамаг по скорпионам. Ой, блядь, они еще и после смерти травятся. Травят.
Не, в принципе, слушайте, от босса к боссу это, конечно, прикольно, но мобы новые появились, нифига себе. Я не знал, что чаши на такое способны. Какое, блядь, хитрое здесь место. Такое чувство, что все эти бочки, блядь, они взрывные на самом деле. Но, скорее всего, так оно и есть. Блять, а это что за говно? На меня, блять, кто-то насрал, блять. Такая херня была в ДС-ке. Слизни. Слизни падали сверху. Все лучшее, что есть в этой игре, уже было в ДС-ке, по-моему, блять. А все самое лучшее в ДС-ке и осталось. Блять. Последний раз я с кучей говна воевал, когда Сому проходил. Ладно, короче, блядь. Эти хождения, я думаю, мало кому нужны. Я думаю, надо... надо вырезать это все. Показывать только боссов. Я ранен. Я очень опасно ранен. Посмотрите, один нож вонзился мне в сердце. Второй пробил мой топор. Второй пригвоздил мою руку к топору. О боже, они пропали. Ладно, итак, следующий босс. Короче, нашел рычаг, повернул. Все, нашел чашу какую-то опять дальнюю. В гробу лежала. У меня вообще чаш уже больше, чем, блядь, у безумного шляпника, по-моему. Я такое чаепитие могу забабахать. Так, кто басура-то местная? Чёрт, ух ты, ебать, что такое? Хранитель древних богов. Смотрите, что это такое. А что это такое? Ведьма, ведьма, ведьма. Да уж хранительница, наверное, не хранитель. Она пытается что-то скастовать. Я, конечно же, против. Блять. Попала шмара старая. Опа. Давай, ты огнем, а я молниями. Посмотрим. Зевс, блять, даровал мне победу, сучка. Ну, видимо, я сильно перерос по левелу этих боссов. Они что-то совсем сосущие какие-то. Острый кровавый самоцвет. Два. Центральная чаша пред... Ну, я говорю, вот этих чаш у меня. И центральная, и дальняя, и ближняя, какая угодно. У меня такой сервиз, блядь, уже собран, что просто, не знаю, хоть с молотка продавай. Окей, окей, пойдем посмотрим, что дальше. Ничего, а кто вернее? Дальше-то понятно, что опять темнота и бомжи. Говорят, что эти подземелья генерируются случайным образом. Если так, то они генерируются с максимально возможным сходством. Видимо, генерировать не из чего. Мало вариантов слишком. Вот, в общем-то, все. Добычей из золотых сундучков на этом уровне стали запястья мудреца и лодыжки проститутки. Шутка. Не было запястьев мудреца. Вот. А босса сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, сейчас пощупаем. Проверим и прокачаем его тачку. Ага. Все, это финальный босс этого данжа, видимо. Тут совсем уж, блядь, какие-то торжественные ворота. Интересно, что за ебала тут живет. Ну, двери он точно не смазывал давно. И это... Что это такое, блядь? Потомок Птумириан каких-то, блядь. Дед какой-то старый, блядь. Говорили, боссы одинаковые, блядь, в чашах. Хуя одинаковые, прям... Прямо хуеваю от их сходства, блядь. С собаками. Ладно, бабка, блядь, ты охуел, что ли? Совсем у тебя, блядь, что, бумеранг, что ли? Ты мне знаешь, на что меньше всего похоже? Его плетка, блядь, на бумеранг, ебаный. Вообще ни разу не бумеранг. По-моему, двуручная здесь нахуй не нужна. Здесь быстрые замахи, по-моему, важнее. Че, у него типа два стало? Заебись. Почему я, блядь, не попадаю в одноручном хвате? Вот в чем вопрос.
который меня, блядь, шибко интересует в этой схватке, блядь. Почему, блядь, ты, сука, не полечился, например, а? Сука, он не дает, блядь. Вообще ничего сделать не дает. Ёбаный ты, блядь, короткоствол, а? Не, чуваки, тут, блядь, как раз нахуй длинная кочерга нужна. Да он и длинный, блядь, не достает его, ебалан, блядь. Сука, кончалыга, ебаный. Главный герой, блядь, ебаный кончалыга, нахуй. Пидорас, блядь, не, сука, долбоёб, блядь, конченый. Хули у него удары такие дальние, блядь, если я даже двуручным дрыном до него не достаю. Либо у главного героя, блядь, руки короткие, либо он просто, блядь, конченый. Хуйлан, блядь, пиздец. Сука, долбоёб, блядь, нахуй, мешок говна, нахуй, заебало. Да что за хуйня-то такая, блядь. Где-то перед носом у него там машет, блядь, или барды свои, ебаные, блядь. Сука, утырище ебучее, а. Ну, говно в лаптях, блядь, пиздец, нахуй, сука, барвань ебаная. Не зря его в эти лохмотья одел, блядь. Этому рваному пидору, блядь, очень даже, нахуй, идет. Вообще, блядь, конечно, такой долбоёб, что я бы на его месте на Дольче Габбана в этой жизни вообще не рассчитывал. Уебан, блядь. Какого-то, блядь, деда Санова, нахуй, не запинать с первой попытки. Ну, уебок, блядь, главный герой, пиздюк. Пошел нахуй, старый хер. Даже не хочу здоровье свое отбивать, душ-то побольше валяется. Блядь, дед-то тот еще спамщик. На самом деле. И без промаха метает свои, блядь, охуенные эти. То есть то, что я попал, это похуй вообще, да? По-моему, в первый раз у меня драться с ним, блядь, лучше получалось. И опять, нахуй, не достал. Сейчас с оружия уже, нахуй, весь баф пропадет. Больше одного удара, блядь, ты, сорю, не сделаешь по нему, да? Непонятный выпад, блядь, со стороны главного героя, когда я нажал, блядь, сложить пушку, блядь, он решил сделать выпад. Сложить ее с понтом, что называется. Что, дед ебашится, блядь, как лев, нахуй, на самом деле. На самом деле, надо ему под первый же выпад прыгать. Не знаю, почему, блядь, главный герой его не забэкстабил. Причина одна. Главный герой просто пидорас. Он хочет, чтобы в жопу немножко поебли, блядь. Вот. Вот это ему нравится. Просто, блядь, забэкстабить нахуй нихуя не сделать. Может только полный, блядь, габосанный гандон, блядь. Именно такой, блядь, хуесос, которым я играю. Вот, блядь, в Dark Souls ты играл великим избранным. Тут ты играешь великим, блядь, уебаном, нахуй. Легендарный уебан из легенд, блядь, придет нахуй в этот мир и будет уебанствовать здесь, блядь. Ходить охуевать от того, что тут кровью лечится, блядь. Проигрывать бои слепым, нахуй, с завязанными глазами, блядь. Это может только уебан в шляпе, блядь, из-за которой он сам нихуя не видит. Сука, вырядился как Ван Хельсинг и нихуя не может. Уебан. Блять, как тяжело играть уебаном, это вообще, блять, просто нахуй наказание ебаное, а? Надо было, блять, слотов-то пожалели, ебаный насос, блять, ну не поставить им слотов, вот, блять, побольше, 6 штучек, нахуй, чтобы я, блин, чтобы меня постоянно не влезало все, что мне надо. Я бы в него, блять, коктейль молотого кинул, если бы он у меня на хотбаре был, ну нет, блять, надо таблетки, надо, блять, еще какое-нибудь говно. Постоянно, блять, весь хотбар засранный, это нормальное явление для этой ебанатской игры, блять. Хули, консольный высер, блядь. Давай, ебать. Пойму, нахуй, зажжем сейчас. Пиздец. Я, блядь, Джонни Факел, нахуй. Не должен попадать же, блядь. У него удары с таким шагом, видимо, что, блядь, мне просто не догнать его. А,
я понял, надо с ним в упор стоять и уворачиваться. Он сам, видишь, с удовольствием отпрыгивает. Блять, ну если, блять, вот сейчас он так не отпрыгнул. Отлично. Нет, когда он с двумя косами, это вообще пиздец полнейший. Старая рухлядь ебашится, блять, как надо. Смотрите, он даже на бабушку, блять, похож. Птумеру, блять. Интересно, что у него за хлысты так, блять, ебашится-то он ими знатно вообще, по красоте. Сука, я бы его, блядь, победил в тот раз, если бы у рахитозного героя, блядь, хватило 3 миллиметра, блядь, выносливости, чтобы нанести бэкстаб, удар бэкстабом. Главный герой слишком обсосен для этого. Оказался, блядь, четвертый раз сюда бегу, нарадоваться не могу. Вроде босс простой, блядь, особо, нахуй, напрягаться не надо, но, блядь, какие-то пидорские... Что-то, блядь, мешает его убить, нахуй, что, не знаю, блядь, трудно, затрудняюсь, блядь, с ответом на этот вопрос, блядь, но босс говно слабое. Раз не ваншотит, значит, говно. Я так считаю, блядь. Трудно то, что он очень хитрый, блядь, и отпрыгивает. Атаки у него с подшагом, с охуенным. Вот это пиздец, вот атака, блядь. Вроде ближнего боя, блядь, босс нахуй, а так вот, вот этим замахом он просто, блядь, на 4 метра впереди себя атачит. Поэтому приходится держаться от него, блядь, на 2 шага, нахуй. А с этого расстояния главный герой даже, блядь, алебардой своей, обоссанной, пидорской, блядь, не достает. Потому что ёбаный осел, блядь, и оружие в игре говнище ебаное тоже. Ну, может, хлыст какой-нибудь нормальный. Надо было в натуре хлыст качать, правильно в комментах писали, блядь. Людвиг вроде тоже не длинный. Ну, блядь, вот эта хуйня, это вообще пиздец, а не оружие, на самом деле. Этот Танитрус, этот уебанский, он... Блять, лохомобов только хорошо складывает, когда его там на электричество зарядишь, на тебя нападает какое-нибудь говно, там вот этот железный толстяк, блять, что-нибудь такое, тогда вообще классно. Танитрус их быстро складывает, но, блять, с каким-то боссом драться с помощью этой коротыжной хуеты, блять. Я, кстати, сейчас заметил, в чем дело. Главный герой, блять, кувырок делает в босса, блять, а не в сторону. Сука, блядь, сколько у него мувсет-то, блядь, а? Вот он самый, блядь, его опасный удар, блядь. Не, бьет он резко, он почти как, блядь, ёбаный сэр Алон, нахуй. Даром, что бомж оборванный, блядь. Хуярится он, как знатный рыцарь, блядь. Вот что, блядь, делают очереди за пенсией, блядь, с людьми, нахуй. Они звереют. Чувак, ты отпрыгни, блядь, вообще, нахуй, на другую планету еще. Блядь, ты паузу-то будешь делать, чтобы я, блядь, тоже бил-то? Я тоже, блядь, в драке хочу поучаствовать. Охуенно. Опа, нежданочка прилетела, да? Залупа пенсионная, блядь, а? И он как начал попадать сразу, блядь. А мой герой сразу начал промахиваться, блядь. Вот это да. Когда ему один удар остается, он какой-то вообще, блядь, становится уебанческий. Просто рвет жопу, блядь. Нижняя чаша, холодный самоцвет, 2 одинаковых осколка. Старая гнида, даже, блядь, лута нормального. Даже, блядь, оружие свое не дропнул, старый пидорас, блядь, чтоб тебя нахуй артрит, блядь, залупный разобрал. Говно вонючее. Мне вот интересно, существует ли вообще какая-то разница, какую чашу ты поставишь на надгробие и какой проведешь ритуал? Потому что каждая чаша, там, они различаются затратностью ресурсов всяких, там, вот эти вот запястья мудреца, блядь, могильная плесень. У меня хватило сейчас на только на центральную чашу Птумеру, блядь, это, по-моему, самое примитивное говно.
Ну, просто не знаю, я игру уже прошел почти полностью, как я понимаю, а ресурсов на пиздатую чашу не набрал. Вот и мне интересно, на что влияет ритуал, что от него зависит. То есть основное влияние оказывает надгробие, которое ты активировал, то есть это уже третья или четвертая могила, первую я пропустил. Вот, или все-таки зависит от чаши, которую ты поставишь на этот гребаный могильный алтарь, не понимаю. Но, ну это вы в комментах напишите, но будет уже поздно, потому что, скорее всего, уже все пройду. Давайте, знаете, что посмотрим? Давайте, блядь, призовем Прибалта, Авгура и Браитоса на бой. Я прокачал эту звездочку, как она там, блядь, тайна, чудеса или какая-то херня. И теперь я могу призвать в бой могучего воина Прибалтики и Браитоса. Давай. Пока яви нам свою мощь. Я надеюсь, что это будет мой достойный соратник. Я еще не видел, что это, блядь. Это глисты. Это, блядь, прибалтийские глисты. Да. Что написано на этом предмете еще раз, блядь? Блядь. Частично призывает Ибраитоса. Как, блядь, призывать его полностью? Нихуя не понял. Я думал, что это суммонинг какой-то будет. Но это, блядь, выстрел глистами. О, блядь. Душа. Опять этот хуй. А, вот теперь, блядь. Вот теперь, блядь, будет повторяться, короче, это. Чаша-то эта ссаная. Потому что я чашу ту же самую поставил, наверное. Поэтому у меня и боссы те же самые. Как я понимаю. Вот от чего босс-то зависит. От чаши, блядь, а не от надгробия. А где же мне, блядь, набрать могильной плесени тогда? Ну, я честно, блядь, даже не хочу, нахуй, дальше тогда этот... исследовать этот данж, хотя и говорят... Блядь, противоядие ебаное. Хотя и говорят, что... Ну, хотя в смысле, что значит говорят? Хотя понятно, что для того, чтобы набрать ресурсов, надо, блядь, пидорас. Надо исследовать эти подземелья, в том числе и заточки. Слушайте, а это, блядь, пиздаче, чем пистолет, я вам скажу. Ну, может, и не бэкстабит, но, по крайней мере, дамаг наносит, блядь, знатный. Я, блин, в поединке с этим боссом успеваю, блядь, телефоны выключать. Не, сори, он увернулся, блядь. И опять кувырок с захваченной целью, блядь. Готов был меня подвести, блядь, в решающий момент. Два удара, блядь, до свидос. На, непонятная хуйня с чашами. Ну, блин, здесь в этой игре совсем непонятная хуйня. Тут вообще понятного ничего нету, блядь. Чаша непонятна, сюжет непонятно, нихуя не понимаю. Говно какое-то, блядь. Нет, смотрите, это одно и то же, просто мне в прошлый раз, видимо, мне больше повезло. Вот, смотрите, зал печати, центральный птумерианский лабиринт, зал печати слой 1, слой 1 сердца, слой 2, блядь, и так далее. Смотрим, что здесь. Зал печати слой 1 сердца, слой 2, блядь, ну то же самое, центральный птумерианский лабиринт, это вообще то же самое, блядь, еще и убрать чашу можно, я в шоке, блядь. У меня их и так, нахуй, 4 штуки, зачем мне эту-то убирать? Чтобы в эту могилу какой-то другой лабиринт, наверное, активировать. Я просто, блядь, просто вообще не понимаю, почему все так тупо, блядь, сделано. Ну почему все настолько на отъебись? Блядь, я просто негодую. Я не знаю, по-моему, Bloodborne, блядь. Вы меня можете убеждать чем угодно, блядь, что сделай вид, что ты не играл в DS-ки. Да даже если бы я не играл в DS-ки, мне кажется, я сказал бы, что игра, блядь, кончелыжное говнище, потому что вот эта хуйня с чашами выдает просто, блядь, все. Плюс DLC-шка. Делать все, те же самые локации, все, блядь. То есть, ну, видно, очевидно, на виду, блядь, желание разработчика повторять одно и то же. Повторять одно и то же, как можно меньше работать, блядь, одно и то же. В принципе, даже по Dark Souls это видно, потому что мобы там, ну, боссы, это переродившиеся, их там изменили чуть-чуть, но по сути то же самое. Но там хоть потрудились, блядь, новые локации сделать. А здесь как-то все, блядь, Ctrl-C, Ctrl-V понеслась, блядь. Новые переименовали локации, переставили дома. Был новый Ернам, стал старый Ернам. Ес, блядь. Чаша Птумеру, нахуй. 10 одинаковых чаш. Иди, проходи. Это же охуенно.
Так классно, боже мой, объясните мне, зачем? Зачем, блядь, одинаковые чаши выпадают в этой игре? Зачем активировать одну и ту же чашу на разных алтарях? Чё, что, ёб твою мать, от этого вообще меняется? Это, блядь, бред конченый. Четвертый ритуальный алтарь, блядь. Пятый ритуал. Чё, чем сложнее алтарь, наверное, тем... Чем сложнее алтарь, видимо, тем сложнее будет и чашу пройти, но как бы... Босс это босс и мобы, блядь, все будет то же самое. Зачем мне нахуй на самом сложном? Чтобы что? Блядь, не проще все на донном пройти? Или сложность не зависит от могилы? Я вообще ничего не понимаю. Блядь, инструкция есть какая-нибудь для этих могил? Что это такое-то? Как оно? Блядь, все, пиздец, это конец серии. Я просто нахуй выебал свой мозг. Я просто вообще не понимаю эту игру. Вообще, блядь, как ее делали? Для чего все так? Блять, просто и нахуй невозможно. Такое ощущение, что эту игру помогал разрабатывать, блять, какой-то хуй, который делал Evil Within, блин. Там тоже такой же, блять, такая же ебанина творится, какая-то мутная. Не говорят, что это какой-то выдающийся сюжет. Жесть. Просто жесть. Все, ебало я. Пишите же, Митя.